Всем привет! Мои впечатления от использования новинки для мытья посуды с активированным углем вот такого черного цвета. Я перелила его в дозатор. Всегда так делаю, все средства переливаю сюда. Мне очень нравится. Из-под обычного жидкого мыла против запахов, знаете, да? Выдавливается вот такая черная капелька. На вид такая немного необычная, конечно, консистенция, цвет. Очень хорошо пенится она. Очень хорошо. Но, на мой взгляд, чуть меньше, чем обычное средство для мытья посуды. Что я сейчас делаю? Я собираюсь готовить рыбу, естественно, ее почистила, и у меня соответствующий был запах на посуде и в раковине. После мытья посуды я уже ее вымыла. Хочу сказать, что не осталось никакого рыбного запаха на кухне, он на самом деле устраняет все посторонние запахи. Единственное предостережение, которое указано на обороте, что нельзя использовать в посудомоечной машине, так как натуральный компонент, древесный уголь, может оставлять естественный осадок. Бережно относится к коже рук, смывается, очень хорошо выполаскивается водой, раз не оставляет никакого запаха, что является очень немаловажным фактором для экологии, для нашего организма. Поэтому используйте с удовольствием, не пугайтесь черного цвета. Для здоровья это только плюс.